Друзья, всем привет! Я нахожусь в Корнелия Гольф Клуб, и сейчас я вам хочу сделать небольшой такой видеообзор. Посмотрите, прямо вот за моей спиной это въезд сюда, в Корнелия Гольф Клуб. Очень хорошо оформлен, красиво, прямо вот высажены такие деревья, подстриженные с такими колоннами, светильниками. Очень красиво сделано. Сейчас переключу камеру и покажу вам подробнее. Итак, начинаем смотреть. Оттуда мы заезжаем сюда. Как я только что сказал, красиво оформлена вот эта дорога, заезд. Очень красивые растения. Вот этот заезд, честно говоря, он по красоте гораздо лучше, чем заезд... так скажем, в элитный, но он действительно элитный гольф-клуб Регнум Кария. Гольф-клуб. Он считается самым тут элитным, самым дорогим в Турции, в Белеке, в Анталийском регионе. Один из самых дорогих. Регнум Кария и Макс Роял гольф-белек. Ой, гольф-белек, говорю. Просто Белек гольф-клуб. Вот. Значит, в Макс Рояле гольф-клубе я еще не был. Ну а вот здесь я вижу, что по входной группе, по въезду, по гиришу, как говорится на турецком языке, здесь гораздо красивее. Такие вот сосны стоят. И вот мы сюда заходим. Посмотрите, как тут все сделано красиво. Дизайнерский ландшафт создан. Растут мандаринки или что это, не знаю. Что-то типа рябины, видимо. Здесь вот такой вот фонтанчик, прудик. Сегодня у нас 23 декабря 2019 года. На небе переменная облачность, с утра шли дожди, сейчас стало проясняться. Дорога еще, сами видите, еще сырая, где-то лужа. Сосны опутаны лианами. Здесь какая-то площадка сделана. После дождя много опавшей хвои. Посмотрите, сколько хвои лежит. От сосен. Вот они, сосны. Смотрите, какая длинная хвоя у них. И вот эти конусообразные деревья. Украшающие фонари. Вечером... здесь, видимо, красиво действительно, в общем, когда вот эти фонари горят, я думаю, что это здорово здесь. Вот так вот это все выглядит. Идем, заходим сюда. Что неудивительно за декабря, конец декабря, через неделю Новый год. Где-то снега, метель, мрак, холод, а здесь все в зелени, все красиво. Там вот виднеется пруд на гольф-поле. Заходим внутрь. Посмотрите, какой интересный потолок сделан. Корнелия гольф-клуб.
Лавочки стоят. Попадаем на зону ресепшн. Смотрите, какая роскошная люстра. Зона ресепшн. И в Корнелли гольф-клуб есть своя гольф-академия. Называется The Ledbetter Golf Academy. Итак, что тут у нас на русском есть что-то? В общем, на русском здесь нет. Есть тренеры указаны. Мой старший сын тренируется вот у этого тренера Улаш Караташ. Техник профессионал. Вот. Разные уроки, стоимость, описание этих уроков. Кому интересно, читайте. Стоимость видна. И вот еще третий вид уроков. Далее у нас идет инфодеск. Это академия Ledbetter Golf. Академия создана при участии американского профессионального игрока в гольф. И Ledbetter — это, видимо, его фамилия. Я так подозреваю. Так, вот он наш тренер Улаш Караташ. Занимается, действительно, тренирует профессионально. Само фотографии поля. Итак, как я только что говорил, это академия по гольфу Ledbetter, создана американцем при участии американца. Видимо, это его даже, скорее всего, франшиза. Вот стоят кубки, и обучающимся выдают сертификаты этой академии. Эти сертификаты признаются в Европе, в европейских ассоциациях по гольфу. Игроки, старые исторические фото из прошлого века. Так, давайте там посмотрим. Просто тут welcome, добро пожаловать. Все, в принципе, то же самое. Дэвид Ledbetter Golf Академия. То есть вот его, этого американца зовут Дэвид Ledbetter. Или Ledbetter. Как точно правильно, да? Не знаю. Вот какие-то знаменитые гольфисты. Ну а здесь мы попадаем в прошлое. Друзья, всем привет! Мы находимся в ресторане Корнелия Гольф Клуб Белек. Покажу вам сейчас, как он выглядит, этот ресторан. Такой вот он объемный, большой. Столы. Система а-ля карт. Повар ресторана. Мэраба, здравствуйте. Вот. Корнелия Диамонт Резорт Спа. Так. Стоят различные вина, алкогольные напитки.
покажу вам вид из окна. Сегодня 23 декабря 2019 года. На улице дождливая погода, ветрено. Плюс, сколько сегодня? Плюс где-то 17, наверное, градусов. Вот тут показаны игроки в гольф. Это у нас кто такая? Бетси Рау. А здесь Пауль Ранвей. Еще раз вам покажу общий вид. Такая вот люстра роскошная, огромная. Более подробно алкогольные напитки покажу вам. Сейчас подожди. Хороший выбор. А это гольф меню. Сейчас я вам покажу, что сколько стоит. Чорбала суфы. Башлан джи чилар. Честно говоря, не знаю, что это такое. Салаты, видимо. Макарналар. Спагетти различные. Суджук. Сэндвичлер. Тайвук. Ну, в общем, вот так вот. Чизбургер. Чизбургер 6 евро. Да. Цены, конечно же, не низкие. Вполне такие себе европейские цены. Так, а это все, в принципе, то же самое, видимо, идет. Только уже пицца есть, маргарита, 7 евро. Гольф-клуб, вот так. Ламп-чоп, чикены, десерты, аперитивы. Ну и тут уже пошли алкоголь, коктейли и так далее. Так, ну а сейчас мы находимся в зоне, так скажем, центрального корпуса гольф-клуба Карнеле. Здесь висят портреты гольфистов, современные, так скажем, старые, из прошлого века. Такой вот сделан садик интересный. Оформлено все достаточно так красиво. Крыша такая интересная. Здесь переходим в ProShop, магазин гольфа. Давайте посмотрим, что сколько стоит. Так, цены не вижу. Пума. Вижу, а цена. Цены нет. Без цены. Бесценно. А это что у нас? Тоже цены нет. Так, ну ладно. Обувь стоит. Nike. Цены тоже нет. Без цены. Так, тут что? Такие вот футболки Puma. Обувь опять для гольфа. Так. Обувь для гольфа
отличается подошвой. Здесь сделаны вот такие вот шипы для более устойчивого сцепления с поверхностью поля. Здесь вот так вот сделана подошва Puma. Потому что Nike. Да, Nike, вот эти легче кроссовки, чем у Puma. У Puma тяжелые. Лакост. Лакосты. Лакост бейсболки. Так вот все в целом выглядит. Платье Лакост для гольфа. Здесь с символикой Корнелия гольф-клуб. Женские платья для гольфа. Лакост. Все, Лакост идет. Кофты. Шорты. Брюки. Адидас. Женская обувь для гольфа Адидас. 116 евро, что ли. Или 58 евро. Если 58 евро, то цена достаточно выгодная за 58 евро. Шорты. Здесь что у нас? Лакост для гольфа. Да. То есть вот можно в таких. Только цена непонятная. Так, это у нас что? 87 евро. Ну, тяжелые. Тяжелые туфли для гольфа. А вот написано 50% дисконт. Так, это что такое? Adidas. В принципе, это ничего так, только цена неизвестна какая. Тапочки. Так, ну давайте посмотрим. Зонт большой. Вот эти зонты. Здравствуйте, Нараба. Вот такие зонты. Трости. Набор клюшек. This is what you can rent here. Uh-huh. This is umbrella 39 euro only. Uh-huh. This is what you can rent daily rentals. Our sets. Uh-huh. Ремни. Это что такое? Не знаю, полотенце что ли? На крючке. Полотенце на крючке. Клюшки. Видимо, детские что ли? Так, здесь зонты опять. Мечи. Перчатки.
хорошие перчатки. Снова мечи. Так, ну пойдемте еще посмотрим вот там одежду. Так, здесь у нас шапки для зимней погоды, ремни, очки, шляпы. Корнелия, фирменная символика. Для дождя. В дождливую погоду одевать. Кортекс. Так, это, видимо, не знаю, женское или мужское, непонятно. Скорее всего, видимо, это женская, размеры маленькие. Женская. Такие вот сарафаны. Да, тут полностью все женское. Женского, как обычно, раза в два больше, чем мужского. Закончилась тренировка. Тренер Улаш желает всего хорошего ученику. Все, до свидания.